Здравствуйте, это видео посвящено четырехканальному видеорегистратору NOA NVR Mini 2 NE2040. Это устройство способно вести запись со скоростью 120 кадров в секунду при разрешении 1,3 мегапикселя, то есть 30 кадров в секунду на один канал при максимальном разрешении. Установить до двух жестких дисков общим объемом до 4 терабайт. Они устанавливаются под крышку на передней панели в специальные корзины. Помимо этого, на передней панели присутствует еще кнопка включения и замок для блокировки крышки. На задней панели устройства находятся два USB-выхода, разъем для питания и разъем RG45. В комплекте с устройством идут шнур для питания, набор винтов для установки жестких дисков и пара ключей для блокировки крышки на передней панели.